А в Казахстан возвращаются морозы, сообщили в Казгидрометцентре. Столбики термометров в отдельных регионах опустятся до -25 градусов. Понижение температуры стоит ждать с четверга. В северной части страны синоптики обещают метель, порывистый ветер и туман. А вот на юге и юго-восточной части республики мокрый снег, дождь и даже грозу. В горной местности возможно подтопление. На территорию Казахстана с запада будет смещаться холодный антициклон, который 25 февраля принесет прояснение погоды и понижение температуры воздуха. На юге и юго-востоке страны с прохождением фронтальных разделов 25 февраля ночью пройдут осадки. Днем дожди, временами сильные дожди, дождь и снег, гололед. По республике ожидается туман, порывистый ветер. В северной половине республики снизовой метелью.